спокойно вернулись на места. Теперь у тебя то же самое. Делает сначала он два мяча, да? Потом ты два мяча. У тебя то же самое будет. Прием, он тебе туда, сразу, значит, вперед не бежим. Второй мяч тебе. Давай, Илья, говори. Это очень важный момент в игре. Какая ошибка у тебя была? Ну, я принял глубоко в свою зону. Да. Соответственно, что ты должен был сделать? Ну, сместиться туда. Ты должен это было быстро заценить. И просить пас назад. Она, видишь, пробегала, она не успевала остановиться. Ты посмотришь на видео. Мяч по инерции улетел. Если бы ты сказал ей назад, то я все буду назад. Я хотела назад как раз. Все правильно? Все правильно ты делал. Почему поменялись? Не знаю. Не надо меняться. Да? Ты будешь атаковать двойки. Все правильно ты сделала, что не. Вот видишь, ты пока он молчит, ты должна вставать туда, куда он просит. То есть он не попросил назад. Поехали. Больше в один, если ты мяч принимаешь шестой, говоришь ему рядом и идешь на него. Что значит с голосом, когда просит пас рядом? Что это значит? Это у меня сегодня девчонки были с утра, они, у них вообще другое представление. Пас рядом, это значит рядом с пасующим. Ну, полтора метра пасующим. Да. Хорошо. За девочку скажу. Я. Ильюха забыл. Я не забыл. Я должна была сюда принять. Ну, свою половину, да. Свою половину. Ну, блин, мне нужно было очень ломануться и упасть, чтобы его взять. Я бы все равно не взял его нормально. Смысла в этом нет. Алло, прокомментируй, что я не так сделал. Ну, для него это сложный прием. Он тебя хочет, чтобы ты принимала на него. Смотри, Илья. Не обязательно меня, просто ну хотя бы тогда повыше, потому что сейчас я бы мог его взять, если бы я упал. Но это был бы кривой прием. Понятно. И не было бы доигровки. То есть не было бы завершающего элемента, ради которого ты сделал. Хорошо, хорошо, согласен с тобой. Но в любом случае ты сделай действие, а потом попроси ее низко и под сетку не принимать. Колено. Понял. Хорошо, ты видишь, ты по сути подставляешь, да, кисть, ты ей не работаешь. То есть у тебя идет удар вот такой. Ну сейчас, да, я тырчок. Ты... Ну хотя бы не сильно. Что поменяли? Я. Хорошо. Вообще пас неплохой был между зон. Не жди передачи шире. Чем шире ты будешь ждать, есть погрешность, что тебе паснут вообще за антенну. Ну, да, пошли. Илья, молодец. Не туда мячик направился. Ориентируйся в пространстве, когда мяч играет за голову. Пошли. Чуть отвел он мяч до головой. Когда мяч до головой, не прыгай уже, нет смысла прыгать. Просто стоя спокойно ударь. Оценивай мяч. Тебе твоя самая важная ваша вещь – это оценивать быстро научиться. Провожать, провожать, провожать. Вообще.
хорошо. Отличный прием. Я. Вот, была. Хороший пас. Нет, не хороший. Это хороший пас. Ну, хороший пас. По ширине, но мне самый кайф. Он немножко отведенный и низкий, но по ширине мне он как раз был удобный. Мне широкий пас сложно делать. Все, осторожно. Смотри, отпрыгивала, и мяч попал на одну руку. Да-да-да. Старайся мяч в движении не принимай. Да, не стала прыгать, но сделай все по технике красиво. Все равно шаг не сделал. Сделай по технике все красиво, смотри. Вот ты должна сделать. Как ты в руку стрельба, а ты просто. Спасибо. И про это да, он тебе говорит. Спасибо, спасибо. Сейчас меняемся местами, можно сделать паузу, меняемся местами, и то же самое атака у вас там будет с других зон.